В эти выходные в областном центре прошел 5-й ежегодный спортивный фестиваль «ИФ-Роллер-Фест». Эти соревнования являются этапом Кубка России, а потому на турнир приехали спортсмены из различных городов страны. Первый раз, когда мы проводили этап Кубка России, это было зимой, к нам приехало 11 человек всего-навсего. Вот. А сегодня мы ожидаем уже порядка 70 человек. Спортсмены показали свои возможности сразу в нескольких дисциплинах – скоростной слалом, фристайл-слалом, фигурное катание на конусах. Спид-слалом – популярная у роллеров дисциплина. Задача спортсмена заключается в том, чтобы объехать 20 конусов, не сбив ни одной фишки. Самое сложное – не зажаться, не перенервничать и показать на соревнованиях тот результат, на который действительно способен, говорит чемпион России среди юниоров из Владимира Глеб Зубанов. Еще важно – не перекататься. Это значит начать выступать вовремя, и чтобы к моменту твоего забега ты был на максимальной точке разогрева, ни ниже, ни выше, то есть… Перекатать тоже плохо. Чтобы занятия роллер-спортом приносили результаты, нужно не только кататься, но и уделять время физической подготовке, качать ноги и пресс. Даже за год можно достичь успеха, если тренироваться каждый день. Я уже не первый раз во всероссийских участвую в соревнованиях. Я много раз участвовала уже и во Владимире, и в Ярославле. Роллер-спорт не просто покатушки на роликах, все гораздо интереснее благодаря множеству дисциплин. Начните заниматься и убедитесь в этом сами. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.